Всем привет, с вами Gobzor.com. Вместе со стартом нового учебного года завершается дачный сезон. И сегодня мы рассмотрим уличную защищенную камеру ESVIS C3YYN. Эта модель будет интересна не только дачникам, но и тем, кто планирует организовать видеонаблюдение, например, в частном доме, на складах, офисах. И преимуществом конкретно этой камеры является отсутствие необходимости обращаться в какие-то специализированные организации, и можно запустить хоть это видеонаблюдение, включая установку нескольких камер, без опыта. Средняя стоимость 7000 рублей, стоимость может меняться всегда, и она актуальна, доступна по ссылке в описании к этому видео. Комплект ее включает весь необходимый монтажный набор для фиксации на стене, а также элементы для укладывания кабеля внутри стены. Шаблон с отверстиями под саморезы и адаптер питания с евровилкой. Эта камера выполнена в корпусе белого цвета, он не боится попадания воды и пыли. Степень защиты соответствует требованиям класса IP66. Ключевые элементы корпуса выполнены из металла, аккуратный внешний вид, не привлекающий к себе внимания. Основным цветом оформления является белый, при размещении на потолке или стене гармонично вписывается в общий интерьер. Крепежная ножка ESVIS C3YYN является общей составляющей конструкции. Состоит она из поворотного колена, используемого для изменения угла наклона и направления съемки, а также основание, фиксируемое на ровную поверхность. Комплект предусмотрели фитинги, они необходимы для защиты сетевого кабеля при пропускании через стену и для того, чтобы предотвратить попадание воды. Есть разметка, используемая для подготовки крепежных отверстий. В основании крепежа есть у нас два кабеля. Один отвечает за проводное подключение к сети, его подключаем опционально, а второй за подачу питания. В комплекте идет адаптер для питания с евровилкой. Две антенны Wi-Fi с устойчивостью к помехам при беспроводном соединении. Мы во время тестов размещали роутер на удалении 20 метров. Проблем со стабильностью работы замечено не было. На лицевой стороне у камеры прозрачная полусфера, она выполняет функцию защиты. Угол обзора объектива 110 градусов по диагонали, собранный из стеклянных линз. Рядом с ним инфракрасные диоды, они используются при плохом уровне освещения. Ночью дают видимость до 30 метров. Есть поддержка карты памяти формата microSD, поддерживает емкий накопитель до 256 гигабайт. А с учетом того, что используется эффективный кодекс сжатия, можно будет на карте хранить очень большую библиотеку по длительности периода. Для дистанционного управления здесь используется бесплатное приложение ESVIS для развертывания видеонаблюдения и настройки. Не требуется помощь специалистов и опыт даже не нужен. Достаточно просто отсканировать QR-код на инструкции и внести данные вашей домашней беспроводной сети, если это беспроводной, а проводной уже сразу работает. В окне управления ESVIS C3YYN выводится потоковое изображение с камеры, кнопки записи видео, смена разрешения, снимка и просмотра видеоархива, просмотр библиотеки файлов по расписанию, поиск в архиве, облачный сервис Cloud Play. Этот сервис дает возможность хранить видеозаписи на защищенном сервисе. Стоимость варьируется в зависимости от того количества камер, которые подключаете. Есть возможность протестировать сервис в течение 30 дней и посмотреть, как все это работает. Ну, естественно, для работы камеры оплата этого сервиса обязательно не требуется. Если ставите карту памяти, можете писать на карту памяти. Это именно для удобства и для того, чтобы файлы хранились в облаке. ESVIS C3YYN ведет съемку разрешения Full HD с кодеком H264. Установлена матрица здесь SMOS. Помимо изображения ведется запись звука. Для примера я приведу как дневную, так и ночную съемку. Ребят, учитывайте, что ролик идет в 4К, но камера пишет Full HD. Здесь идет интерполяция. По ссылке есть текст обзор, там ролик в полном тайминге. Как итог, получаем умную уличную камеру, выполненную в защищенном корпусе и поддерживающую облачное хранение данных. Тут есть простая настройка, приложение для iOS и Android, слот для карты памяти, сохранение четкости при съемке в ночное время, беспроводной и проводной доступ в сеть. С удовольствием обсудим с вами ESVIS C3YYN. Лайк, подписка, приветствую, все, пока-пока.